вооружение, аналогов которому действительно нет. Самое современное, самое передовое и просто самое-самое во всем, по версии российской пропаганды. Bloomberg сообщает, что продажа российского оружия в Индию остановилась из-за риска попасть в санкционные списки. Но эксперты добавляют, что торговля ухудшается в том числе и из-за того, что российский ВПК показал свою технику в реальных боевых действиях. С 2018 по 2022 год Россия была одним из лидеров по мировому экспорту оружия. На нее приходилось 16% всего рынка, и она занимала почетное второе место сразу же после США. Это разные типы оружия, это как и те, которые остались с советских времен. То есть то, что распродавалось со складов бывшей советской армии, но также это и то, что ремонтировалось, модернизировалось и продавалось непосредственно после того, как производилось на территории России. Это преимущественно средства противовоздушной обороны, танки, бронемашины, это также авиация, вертолеты, средства, которые касаются военно-морских сил. Но война многое поменяла. Теперь другие страны сомневаются в качестве российского вооружения. Сомневаются в том, что она в принципе способна обеспечить стабильные поставки. Импортеры и страны-покупатели уже не уверены в том, насколько Россия может быть стабильным партнером на фоне того, что идет война. Очень много российской техники пошло непосредственно на использование войну против Украины. Но главный сегодняшний вопрос – как платить за вооружение? К примеру, Индия боится оплачивать поставки долларами, потому что не хочет попасть под вторичные санкции. Соединенные Штаты Америки всячески демонстрируют, что они не приветствуют, когда торговля с Россией происходит в ее национальной валюте. То есть, фактически, даже те немногие товары, которые Россия еще может предложить для продажи, не могут оплатить другие страны. Причем это касается как долларов, так и евро. Европейский Союз тоже стал ограничить денежные евро. А рупии, которыми Индия готова оплачивать, Путин принимать не хочет. Ах, вы отказываетесь брать рупии? Ну, извините. Мы тогда не можем вас покупать. Из-за этого возникает типичное для современной России противоречие. В стране вроде бы как идет дедоларизация. У нас идет известный и неизбежный процесс дедоларизации. Но торговать Путин хочет именно в долларах. Из-за этого Россия теряет рынки сбыта. Люди либо не хотят платить, либо не могут из-за сопутствующих рисков. Она теряет рынки, поэтому будет терять прибыль, поэтому кризис в российском ВПК просто неизбежен при нынешних условиях. Ну, а место России будут занимать другие страны, как сейчас Южная Корея, другие европейские производители, западные компании, также Турция и другие страны. Сергей Чемезов, глава Ростеха, в прошлом году заключил контракты на поставку вооружения на 1 триллион рублей. Только как исполнить подобные контракты в условиях беспрецедентных санкций, никто не знает. После масштабных санкций, которые только увеличиваются, введенных Западом, учитывая то, что российский ВПК был чрезвычайно интегрирован в цепочку поставок различных крупных компаний, как Азии, так и Запада, после санкций, конечно же, такая возможность, она пропадает. В итоге, рано или поздно, по мнению эксперта, это приведет к тому, что большая часть мира, в принципе, перестанет торговать с Россией, а те единицы, которые еще будут согласны, сами начнут диктовать условия и назначать цену, которую пожелают. Желания россиян никого волновать не будут. Процесс выпиливания России из мировой экономики идет полным ходом. Дедоларизация наступает, только не потому, что Путин принял такое решение, а потому, что ему запретили пользоваться долларами. Пока не закончится война, пока Россия не признает вину и не начнется процесс выплаты репараций, ограничения никто не снимет. И чем дольше длятся боевые действия, тем хуже Россия делает самой себе.